тогда давай вот так. Типа в хате у Маргорки. Идут где-то работы по созданию планетарного гемохита, дорогие друзья. Вот он будет написан по магическому квадрату матрицы вдохновения, пифагорейские знания. Чтобы каждый у себя дома в кинотеатре где-то мог петь. Волна, волна, всех накроет она. Волна, волна, всех накроет она. Ну, где-то так. Это основной припев, который должен быть выполнен в стиле... Тимати должна подхватить золотая молодежь. И тогда это появится на всех федеральных каналах, всех средств связи на планете всех стран. Мы были сегодня на удивительной выставке профессионального профоборудования для зомбо-быдло-каналов. Это миллионы долларов, которые вкладываются на то, чтобы предоставить зрителю качественную, вкусную картинку. Мельтешение экранов, титры, включение перебивок и так далее, и так далее. Вы видите вот эту всю индустрию, которая создана для того, чтобы манипулировать и управлять обществом. Смотрите проект «Глобальная волна». Это не покажет на быдлоканалах. Заплати рубль в день, не будь быдлом. Не будь халявщиком. Заплати рубль в день. Не будь халявщиком. Нет, ну бабы на стене уже спрашивают.